Так, я двигаюсь как во сне. Я, по-моему, покину черную мезу. Передо мной Аризона, ребят. Реальная Аризона в Half-Life. Так, и... Ну вот, я же говорю, тут будут сюрпризы. И прицел, прицел очень плохо видно. Опа, вот и все. Это он кинул. Так. Это что такое? А почему я отсюда-то начал? Подожди, там труп, нет? Да, там труп. Да, все правильно я начал. Так, спрыгиваем. Спокойно. Так, вот сюда спрыгиваем и сразу же надо будет нам на прицел. Нет, нет, нет шансов. Еще раз. Блин, посмотри. Давай попробуем тогда, может, с другой стороны спрыгнуть, чтобы его достать. Может, его отсюда можно увидеть как-то. Отсюда его не увидишь. Вот там какая, там какая-то лесенка. Видите там лесенку? Так, ребятки, дело плохо. Опа. Опа, тихо. А что это обрушилось? Опа, тихо. Хорошо, голубчик. Хорошо. Сейчас мы тебя... А чё? Подожди, отсюда мы зовем? Да, отсюда. Сейчас мы тебя возьмем. Все понятно. Так, потихоньку. Теперь... Ёк-махарё. А чьё мясо на меня упало? Потихоньку подползаем к краю. Мы должны его с самый край увидеть. Вот он. Спокойно наводим на него прицел. Все. Все. Есть. Так, и вот там дальше у нас еще клиент. За пушкой. Ну ладно, мы сейчас туда дойдем. Спокойно спрыгиваем. Спокойно спрыгиваем. Берем патроны. И здесь сохраняемся. Теперь потихоньку идем дальше. Здесь уже, ну, типа, точнее, даже не потихоньку, а очень свободно идем дальше. Так, вот здесь пушка, здесь пушку мы обходим. Он кидается просто гранатами, вот тот гад. Вот он там будет. Этот гад. Он кидается гранатами. Обезьяна кидается какашками. Так, ну, теперь немножечко берем в бок. Нет, мы его не видим, мы его не видим. Стоп, чуть-чуть движемся вперед. Если что, сразу назад. Так, прицел наметили. Чуть-чуть вперед, чуть-чуть в бок. Мы его не видите? Нет, не видно его. Так. Он там за поворотом. Вот он, гад. Сейчас он швырнет гранату. Не попал. Отлично. Так, ну нам, по идее, как бы на... Попал. Хорошо. Так, это трудно. Так, может быть, посмотрим, есть ли у нас варианты спуститься пониже. Ну-ка. Ой-ой-ой. А, смотри. Есть вариант. У нас есть вариант спуститься пониже, ребят. Смотрите следующее видео.